узкий проход мы видим. И все-таки до конца защитник мячом не завладел. Есть время, есть место, можно даже подумать, как атаку продолжить. Хороший момент. А вот еще один повтор, на этот раз с другого ракурса. Передачу и легко ее перехватил. Вот такой дружбой для атакующих конец. Только что стартовый свисток, а вот уже еще один. Нарушение правил. Есть выбор, только надо делать его быстро. Подает штрафную. Партнер по команде получает мяч, и что же будет делать? И Уэйн Руни. И вот он опять, Уэйн Руни. Но это же Уэйн Руни. Конечно, такой форвард всегда вернется назад и всегда будет мешать атаке противника. Здорово. Выбрал позицию, прочитал передачу, совершил перехват. И, конечно, это Стивен Джер. И летит Уэйн Руни. Джера. Встречать его уже поздновато, потому что сейчас будет удар. Мяч отскакивает от игрока и уходит за пределы поля. Судья на линии показывает на угол поля. Может быть, и не повезло немножко, потому что все вроде бы делал правильно. И я не понимаю, почему мяч полетел, так сказать, так слабо, да еще и не туда. Ну, как, голова круглая, мяч круглый. Точка соприкосновения. Это очень тонкий момент. Продолжают атаку этим пасом. Не удалось до удара атаку довести. Защита не дремала. Классная передача. Думаю, надо бить и забивать. Обратная передача. А вот хорошо играют в пас, правда? Классика отбора мяча продемонстрирована нам. Далеко, вполне возможен удар. Джера. Реми. Размяться в ответ полукруг. И летит Уэйн Руни. И это Стивен Джера. И вот он опять, Уэйн Руни. Вот.
перехват, награда за его старания. Почти что гол. Это... Забили, забили. Знали, что он неплохо играет головой, но чтобы так, это класс, это просто класс. Конечно, все голы должны идти от головы, а эти особенно. Давайте посмотрим еще один раз повтор, только с другой камеры. Игроки в борьбу за мяч довольно жестко получается. Поймал мяч, дал кипер, может и претензии защитникам выскажет. Далеко-то далеко, но бить все равно позволит. Кайл Уокер. Арбитр поднимает флажок, а значит игрок совершил рывок чуть раньше, чем нужно. Офсайд. Ошибка в передаче, а задумка хорошая была. Мяч отобран в середине поля. И что же решит судья? То есть решит-то он решил, свистнул. Но это же не все. Думаю, надо бить и забивать. Это Стиви Джи, как говорят его партнеры по команде. Вот это лидер, вот это игрок харизма, это и мастер, это его широченный шаг, это его могучий удар, сколько их уже было, и все его мячи до единого практически решающие. Про Джерарда даже книжку написали, но мне так кажется, что туда не все вошло. Банальная комментаторская фраза «Игра идет в одни ворота». Образцовый отбор показал игрок. Он из тех, кто постоянно балансирует на грани офсайда. В этот раз он эту грань приступил. Оставшиеся, похоже, и игроки команды, которые провалили эту половину встречи, ее болельщики будут жить с одной мыслью, скорее бы все кончилось. Кончится все, к сожалению, еще не скоро. Целый тайм впереди. Вдруг что-нибудь интересное. Я не буду врать, по-комментаторски надо подогревать интригу, хотя, конечно же, если она и жива, то в состоянии клинической смерти. Адебайор. Опасно! Справляется голкипер с этим ударом. Достаточно сложный удар. Он сегодня и на более простые реагировал нервно. Ну, просто такое впечатление было, что он в начале матча не мог собраться, как будто его что-то... раздражало, что ты умешал. Удар по воротам. Попадает. И вот он опять Уэйн Руни. Останавливает игру арбитр. Что дальше?
желтая карточка. И покинул мяч пределы поля, уйдя за лицевую от ворот. Как-то очень внешне легко мяч забрал, да, поставил корпус, правильная позиция, все хорошо. Думаю, надо бить и забивать. Хороший момент. Это гол. Так, ну и теперь будем ждать, что еще будет гол, потому что, ну, вратарь сегодня абсолютно не может выручить команду. Сегодня уже не на что рассчитывать команде, потому что с таким вратарем, ну, точнее, вратарь нормальный, как сегодня играть, с такой игрой далеко не уедешь. Ждем свистка в окончании матча. Это был прорыв Адебайора. Смотрите, как надо забивать. Только что выиграл защитник борьбу за мяч и сразу же его теряет. Ну, а если не встречают, то надо двигаться дальше самому. Игрок поспешил и залез в офсайд. И вот потеря в центре поля. Смотрим за этим камерунским волшебником. Это то. Не знаю, насколько оправданным был этот фол, потому что это явная голевая угроза. И арбитр спешит к месту события с желтым квадратиком в руке. Достойное уважение, конечно. Желание игроков вот этот удар на себя принести. Перехвачен мяч, можно отдохнуть. Верховой пас на Руни. Карио. Режиссер трансляции дает нам понять, что изменения в составе команды. Грин. Это удар от ворот. И Уэйн Руни. Совершенно понятно. Вот момент. Мне кажется, поспешил немножко игрок с ударом. Время для того, чтобы подработать мяч был. Что-то мне еще кажется, он как-то ушел так вот в бок этот мяч. Эх, дернул мышцы. Это 3 недели, если что. Может быть, будь у игрока меньше пространства, меньше времени, он бы как бы и более экономно сыграл. А здесь ему казалось, что забивает он как угодно, а вот не забивает. Да, что-то расфантазировался. Отлично выбрал позицию, совершил перехват. Замерито! Кайл Уокер. Был рикошет, и мяч уже вне игры. Здорово. Выбрал позицию, прочитал передачу, совершил перехват. Такого стандарта вполне можно добиться успеха. Ну что ж, теперь один из господ, только что игравших, будет досматривать игру со скамейки. А, можно.
даже вообще пойдет в раздевалку. А товарищи его в меньшинстве будут сначала в этой ситуации пытаться отбиться, а потом, так сказать, и играть дальше инвестору. Я в одном интервью читал, как футболист рассказывал, что раньше он не мог себе представить, как это так получить красную карточку. А потом оказалось, что это очень просто. Ой, на Руни мяч поди забери. Перехват — награда за его старания. Есть время, есть место, можно даже подумать, как атаку продолжить. Всего дел переиграть вратаря. Прочитал он эту передачу и легко ее перехватил. Совсем рядом с воротами пролетел мяч. А лаверды, если угодно. Мяч в центральной зоне, перехват. Хорошо позицию выбрал, встретил соперника довольно жестко. Что-то затянул. Бить будет кто-нибудь? Бей! Самуэль Этоо приятно смотреть, даже когда он на всем ходу принимает передачу. Он не сбрасывает скорость, он готов пойти в отбор, он готов уже этот отбор не ударить. За ним приятно смотреть, он грациозный игрок. И поэтому, когда он забивает голы, это кажется просто логичным завершением всего, что он делает. На самом деле, это органика свидетельства высочайшего класса и большого качества. Балет, Ю. Пожалуй, да. Не подстроился, по-моему, игрок под мяч. Или что-то другое не сложилось. Во всяком случае, результат мы видим. Совсем-совсем не то, что.